не хоть нить это было. Ну, обстановка напряжлива такая, но мы стараемся, ну, ближе к победе, чем больше мы вложим труда и как-то поможем нашим ЗСУ, тем будет как-то им легче и нам проще. Ну, каждый день вот эти обстрелы очень, очень как-то, но на работу не сказывается, потому что есть цель и идешь к этой цели. Люди на работе, мы выполняем свои обязанности. Но снаряды прилетают и в поле, и в сад, и везде, везде они у нас есть. Хотелось бы миру, конечно. Ой, Наташа. Юля, бери. Бери банан. Принеси ті віси. Ті віси принеси, тому що ці вже сідають, вже треба заряджати. Удержаться і вижити. От, от просто, ну, удержати колектив, удержатися самим. І вижити, щоб, ну, не попасть під ці обстріли. Ну, сьогодні 20 минут 6-го утра. Встаєш, а тебе там марганці, якраз прильоти такі були, що... Ну ничего, оделся, собрался и знаешь, что в 6 часов у тебя автобус, и ты бежишь. Пошел и... Это где-то было полшестого. Выезжай на улицу, кары первые. По-мирному. Вот нету ни военных, ни баз у нас, ничего нету. А бьют же просто в частные дома, в квартиры. Ну вот хлебзаводы, ну вот частные, частные, там же нету. С кем же воюют? Получается, с мирным населением. Ну, вот, хотелось бы, чтобы их защитить. Вот так. Ну... Хочется мира. И все. Больше ничего не хочется. Хочется, чтобы был мир на земле и чтобы люди жили как раньше. Не так, чтобы как сейчас. Все боятся чего-то. Хочется, чтобы просто не было никого, ни страха, ничего. Чтобы все жили в мире и спокойствии. Вот что.